Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Люди, которые имеют буквы «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Как правило, эти люди отличаются великодушием, гуманностью и чуткостью, особенно по отношению к своим близким. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями, однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с буквой «Я» в имени являются лидерами не по силе, а по уму. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Эти личности чувствуют ответственность за своих близких, однако им не следует проявлять о них чрезмерную навязчивую заботу. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.